Так, ой. Работает все, да? Хорошо. Где мой генерал? Так. Так, значит, так. Так, холмики кругом, холмики, холмики. Здесь холмики. Так, значит. Немного вот так. Немного вот так. Немного вот так. Гренадеров на этот фланг, который посильнее. Значит, остальные сюда. Сюда. И сюда. Так, что-то я накрутил тут. Так. Чуть назад. Назад чуть. Так. Вот так, значит. Две конницы сюда. Генерал здесь и конницу сюда. Давай сюда, ты лучше тут. И начнем обстрел шведских позиций. Так, огонь по гренадерам. Давай, давай. Они тоже стреляют, да? Пушки есть, почему бы не стрелять? Так, а мои стреляют, нет? Так, они выравниваются, понятно, притормозили. Давай сюда постреляем еще. Давай, давай, давай. Уже хоть немного да меньше вас.
Давай, давай, давай. Огонь. Пушки. Блин, да тут холм неправильный. Конится огонь, что-то она в атаку пошла. Чё она? Так, все, хватит. Давай сюда огонь. Давай, 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 давай. Давайте. Надо туда пострелять. Есть. Есть. Достаем. Сейчас достанем. Конницы мало. Все. Картечь пусть работает. Так кто? А, драгоны. У них дальность стрельбы больше. Добивайте уже их. Так. Поможем. Фланга.
отогнать, уничтожить. Вперед. Конница разберется там. Не попадает, что ли? Своим попадет. Так, отошли под прикрытие пушек. Стрелять сюда можно. Ступаем. Хотя нет, почему? Добить. Так. А, это достает. Все, отходим. Надо далеко уходить. Стоп, где моя конница? Картечью огонь. Тридцать 40. Ладно, пусть посражаются. Хоть бы не погибли только. Так, тут еще что-то гонится. Не достает. Сюда достанет. Сюда достал. Так то конится. Уничтожить артиллерию быстро. Ой, мои сейчас отступят. Ну ладно, ничем не могу помочь.
Так. Уничтожить. Вперед. Так, стоп. Так, все, пушки не стреляют. Залп. Бежит пехота, а чё она бежит по своим, наверное, попал. Ай, блин, когда торопишься, так что попало делаешь. Ладно, так, подкрепление шведское идет, 4 батальона пехоты и одна кавалерия была. Уничтожить артиллеристов. А, это просто сколько их штук. А, это а моих. Провинциальная кавалерия. Вернулись хорошо. Вперед. Преследовать. Все, значит, вот так. И вот так. А, еще артиллеристы стреляют из мушкета уже. Это сражение дошло до конца. Вот третий раз переиграю. Уже почти победа и вылет. Четвертый раз, говорю, это. Уже знаю, где, как будут идти. Как, почему вылет, не знаю, не выдерживает стрельбы большой. Так уже в конце спокойно, уже меньше войск.
Картечь перебьем. Здесь у меня пехота ждет. Да огонь. Да огонь. Ну, уже все. Бежали, все. Преследовать, добивать. Генерал тоже готовься. Так, эти по вот этим. Продолжаем, преследуем. И генерал. Догоняй. Пехота все равно не догонит. Хаты, скорость одинаковая. Надо побыстрее догнать. Так, догоняем, догоняем. Тут меньше вас осталось. 90 это много. Без 5 хватит. Где там? Вот еще. Так, здесь. Это далеко-далеко. Три, хорошо. Вольта 90. Так куда вы скачете? А, началась Рубилова. Хватит, а то по коннице попадете своей. Добиваем, чтобы никого не осталось. Так, где вы? Догоняем. А генерал где? Да вы. Догнать, догнать. Так, там хоть нету рогаток. Не, нормально. Было 30, стало 12, хорошо. Все, уже нету. 90 вас. 49. Давай, лови тут их. Блин, как это они умудряются так мимо генерала? Ha ha ha!
Хорошо. В общем, победа. Вот и хорошо. Пушки больше настреляли. Так, конница нарубила хорошо. Остальные что-то маловато. Мушкетеры. Генерал тоже 46 нарубил. Или, конечно, жаль. Ничего не поделаешь. Всех не перебил. Так, надо восстанавливаться. И как раз денег хватило. Ваша достойность. Так. Очекуя на дальше рассказы. Так, пани. И будем искать, где отступающий. Отступивший, вот. Дискреция, это мое дорогое имя. Теперь же много. Если эти выйдут, я не отобьюсь. Ладно, в следующей серии придумаю, что делать, или подождать, или атаковать. Пока все.